Почти 60 человек погибли, свыше полутора десятков пропали без вести на юго-западной части японского архипелага на острове Кюсю. Последние 72 часа там идут нескончаемые ливни. Власти сообщают, что свыше 2000 домохозяйств оказались без питьевой воды из-за аварии на водопроводе. Дождевой фронт постепенно смещается в центральную часть Японии. Мощные осадки пройдут на главном острове архипелага Хонсю. Самые большие опасения у властей вызывает ситуация в префектурах Нагано и Гифу. Там из-за угрозы наводнений и горных оползней, как сообщает ТАСС, рекомендации об эвакуации получили свыше 54 000 человек. Кабинет министров направил в зону стихийного бедствия более 10 000 военнослужащих.